Рада приветствовать вас на своем канале, и сегодня будет видео о покупках, подарках, выигрышах за зиму 2017-2018. Хотелось бы, конечно, начать с подарков. Пусть некоторые из них пришли уже весной, но так как я снимаю видео немного попозже, не хочется откладывать до начала лета, когда я буду снимать видео о подарках весны. Хочется с вами быстрее поделиться всей той красотой, которая у меня появилась. Начать хочу с подарка, который приехал ко мне совсем недавно от моей подписчицы Мариночки. С такими теплыми словами прилетел ко мне этот привет. Покажу вам для начала самое главное, что приехало ко мне. Это вот такие чудесные маячки. Смотрите, какая красота. Мариночка начала делать маячки и волновалась, что, возможно, они выполнены не настолько профессионально еще. Мариночка, дорогая моя, хочу сказать тебе, что твои маячки прекрасны. Я тебе уже написала это, но хочу сказать еще раз. Особенно то, что ты делала их для меня с мыслью обо мне. Вы видите, они выполнены в моих любимых цветах. То есть Мариночка заранее все продумала. Это настолько трогательно, просто нету слов. Я уже, как вы видите, определила маячок на ножнички. Эти ножнички были у меня дорожными, но теперь с такой красотой я просто не смогу их использовать. Дорожные, они становятся моими домашними ножничками. И в пару к этому маячку для ножничек также вот такой вот маячок. Сразу уже с нитковдевателем. Смотрите, какие они интересные. Мариночка, спасибо тебе огромное. Не доходят, наверное, руки купить себе такие, а уж сделать это тем более. Не хватает на все времени, хотелось бы, конечно, попробовать, но пока это выше моих сил. И вот теперь благодаря Мариночке у меня будет такая красота. Но это еще не все. Также был еще один маячок. Смотрите, какая прелесть. Глубокий благородный цвет, красивое сочетание бусинок. Спасибо тебе огромное, Мариночка. Я теперь думаю, каким ножничком применить этот маячок. У меня времени на это не хватает. Только благодаря моим подписчицам у меня появляются такие прекрасные вещи. Также ниточка. Опять же, все в моих любимых цветах. Ниточка Анкор номер 1325. Начинают у меня постепенно появляться различные меланжи, мультиколоры. Также веточки. Посмотрите, они отблескивают фиолетовыми цветами. И целый пакетик добра. Здесь у меня уже копошились детки. Я все хочу сделать себе новогодние капкейки, как делают девочки. Я думаю, туда как раз применю такие пуговички, и мальчикам будет интересно. И подарочек станет полезным. И еще прищепочки. Я думаю, вы видели видео других девочек, как делают ангелочков. Я не раз засматривалась, в принципе, думала, что прищепки можно заказать сделать папе. Это, думаю, не так будет сложно, но показывать на пальцах, объяснять, как они делаются, что именно я от него хочу, не очень будет понятно. А здесь у меня уже будет пример. Я думаю, попозже мне папа сделает их побольше, и к Новому году буду делать ангелочков. Спасибо большое, Мариночка. Это очень нужная вещь. Давно хотела, но как-то всегда не доходят руки. Ну и, конечно же, открыточка и теплое письмо, которое отправится ко всем остальным. У меня уже собирается побольше открыток с теплыми приветами от девочек, от подружек, которые у меня появились благодаря YouTube. Были еще подарочки для деток. Мариночка, спасибо огромное, что ты позаботилась и о них. Им очень понравились кристаллики. И они уже не раз заглядывали, плачут они или не плачут. Не буду вам показывать, пусть это останется нашей с Мариночкой маленькой тайной. Спасибо тебе огромное за то тепло, которое ты мне подарила. Подарочек еще от одной моей подписчицы, от Ирочки. Моя дорогая, спасибо тебе огромное. Опять же, были сладости и для нас, и для деток, но до момента съемок это все не дожило. Кроме того, я думаю, интереснее все-таки посмотреть на наборчики, которыми пополнились мои запасики. Это наборы фирмы «Сделай своими руками». У меня не было еще этой фирмы в моих руках. Вот такие вот два котика. Помогите, поднимите.
Я думаю, многие из вас знают их. Артикул P21 и P32. Размер их приблизительно одинаков. Это такая серия, в которой, если я не ошибаюсь, 4 картинки. Но я знаю, где взять схемки от остальных двух наборов. Надеюсь, здесь какие-то остатки останутся. Ну, возможно, подберу и в дальнейшем вышью всю эту серию. Ирочка знает, что я люблю вышивать именно сериями. Здесь можно посмотреть схемку, такая цветосимвольная. Посмотрим, как понравится мне работать с такими схемами, с такими органайзерами. Также в этих наборчиках Aida Bestex еще. Я не пробовала такую мулине гамма. Если не ошибаюсь, тоже я еще не вышивала гаммы, так что будет интересно все это попробовать. Наборы не очень большие, думаю, вышьются быстренько. Хотя, возможно, канву придется заменить, чтобы на одинаковые вышить и эти наборы, и два остальных. Посмотрим. Такие забавные котята. Ирочка, спасибо тебе огромное. Будем вышивать еще и таких. Ну а теперь хочу вам показать выигрыш, который приехал ко мне еще в начале января. Мне уже неудобно перед Надюшей, что я так задержала это видео и не показываю вам выигрыш, который ко мне приехал так давно. Надеюсь, Надюша на меня не обидится. Если вы помните, перед Новым годом я участвовала в СП. Я вышиваю Новый год, который организовала Надюша Фловер. И в декабре Надюша проводила розыгрыш для участников. И мне повезло. Огромное спасибо Наде за организацию СП, за розыгрыш, за чудесный приз. Ну а девочкам большое спасибо за компанию и за поздравления. Давайте же покажу вам, что ко мне приехало. В первую очередь открытка с поздравлениями с Новым годом. И здесь внутри вот такой вот милый Needleminder. Довольно тугой магнитик. Видите, как он тяжело снялся. Такая милая совушка. Сейчас эта красотулька наконец-то отправится в работу. И еще вот такие вот прямоточка ниточек. Опять же, подобрано все просто под меня. Настолько приятно, когда девочки не просто смотрят твой канал, знают твои предпочтения и выбирают подарки, соответственно, тем, что тебе нравится. Спасибо огромное, Надюш. Ну и, конечно, главный приз, который был разыгран, это вот такой вот наборчик фирмы Жанлин. С таким милым, забавным символом этого года. Артикул данного набора 12850. Вы сейчас видите на экране название. Не переводила, не знаю, как правильно будет звучать на русском языке. Размер будущей работы 35 половиной на почти 23 сантиметра. В наборе у нас 14-го каунта Аида. Инструкция, игла, в принципе, все, что я обычно. Мне понравилось очень сильно здесь канва. Цвет натурального льна. Я думаю, интересно будет на ней вышивать. Я еще на такой вышивать не пробовала. Ниточки разобраны на органайзер, но их еще необходимо будет разобрать. Жанлин у меня уже был наборчик. Знаю, как разбирать, так что думаю, не запутаюсь. Не знаю, успею ли в этом году. Хотя собачек ведь можно вышивать не обязательно в год собак, правильно? Тем более такой милый и забавный сюжет. Надюша, спасибо тебе огромное еще раз за организацию СП, за розыгрыш, за такой прекрасный приз. Посмотрите, какая красота ко мне пришла. Как все запечатано. Вдохновение и сказочной зимы. Ваша иголка. Это заказик от Машеньки. От Машеньки. Группа ее называется «Иголка». Оставлю ссылочку внизу. Я уже не раз о ней рассказывала. Какой красивый цвет. Я обалдею. Хотите посмотреть, что там? Я ужасно хочу. Сейчас распечатаю и покажу. А внутри лежала вот такая вот красота. Знаете, что это? Это ангел. Такой вот прекрасный ангел Рождества. И для меня это не просто ангел, это не просто покупка. Я вам рассказывала, что принимала участие в игре, которую на день вышивальщиц устраивала Мария в ее группе. И заняла первое место и получила приз, подарочный сертификат. Ну, конечно, не полностью он покрыл стоимость набора, но тем не менее, я для себя считаю, что часть этого набора была выиграна. И выиграна не просто каким-то розыгрышем, не просто рандомайзером, а тем, что ты постарался,
посидел полночи, повышивал и заодно получил удовольствие, продвинул процесс, и тут еще и приз. Спасибо, Машенька, за то тепло, с которым все это было собрано, запечатано. Еще один подарочек от моей дорогой рукодельной подруженьки от Галочки Давидюк. Вы, наверное, уже догадались, что это за наборчик. Кто следит за моим каналом, те знают, что я вышиваю сейчас вот такую вот серию. Вышита у меня уже елочка, вышит у меня уже олень, вышит уже снеговичок. И у меня не хватало одного наборчика. Это вот такой вот милый Санта. Вы видите сейчас артикул данного набора. Размер его 12,7 сантиметров на 12,7. Это серия от Gymshore. С первого видео, которое я посмотрела у Гали на канале, я поняла, насколько наши вкусы совпадают. И когда находишь человека настолько близкого тебе по духу, это просто какое-то чудо. Галя также обожает эту серию, давно ее хотела. И как только появились эти наборчики в Украине, конечно же, мы с ней не прошли мимо. Галочка уже своего Санту такого вышила. Я оставлю вам ссылочку на ее видео. Проходите, смотрите. Он получился невероятно красивый. Меня просто покорила сумочка Санты и дымок, который выходит из трубки. Работа невероятно красивая. Галочка, спасибо тебе огромное. Поначалу я думала, возьму у Гали схему. Ниточки останутся от трех наборов, бисер останется. И буду вышивать сама уже так. Но, к сожалению, здесь такой цвет канвы, что его не так легко найти. Галочка еще успела перед Новым годом купить мне этот набор, потому что их довольно быстро размели. И насколько я знаю, сейчас в магазинах уже не найти ни Санту, ни елочку. Самые такие два популярных сюжета из этой серии. Спасибо тебе, дорогая. Теперь я наконец-то смогу завершить свою серию полностью. Ну а теперь перейдем к покупкам и подаркам от супруга. Не так давно в Украину завезли большую партию креника. Вы уже на многих каналах, думаю, видели. Девочки также закупились. И теперь у меня также есть креник. Взяла самые такие распространенные цвета. И вот такие вот также цвет 02 и размер 16. Две штучки, такая веревочка. Я думаю, многие знают, для чего может пригодиться этот креник. Конечно же, игрушки от Dimensions. Вечная элегантность, если я не ошибаюсь в названии. Очень они мне нравятся. Надеюсь, когда-нибудь вышить их. И быстрее всего, что в этом году я не буду вышивать. Но пока была возможность купить креник, решила, что надо брать. Покажу вам заодно ниточки, которые были куплены для данного проекта. Это нитки DMC, но покупала я, чуть не сказала, на развес. В общем, это нарезка. Это, как вы видите, не мотки, а именно нарезка DMC. Мне было интересно, как они приходят. Возможно, кому-то также интересно. Видите, как они замотаны. И подписан каждый моточек. Где-то все ниточки как раз для этого проекта. Вернее, не все. Здесь вот есть голубенькая. Это я покупала для другого проекта. Хочу вам показать. У меня лежит моточек DMC, который у меня был дома в запасах. Я немного волновалась, насколько оригинальные ниточки. Помогала мне Галочка сравнивать. Это номера разные у ниточек. Я просто хочу вам показать, что блестят они одинаково. Вроде одинаково. Щупали мы с Галей, проверяли. Вроде ниточки все похожи и все в порядке. Так что буду вышивать. Буду делиться в дальнейшем с вами впечатлениями от работы с данными нитками. Не знала, сколько надо именно по нарезке метров, поэтому взяла как обычный моток. По 8 метров каждого цвета, тех, которых необходимо было 2 мотка, взяла 16 метров. Пока я довольна. Посмотрим, как ниточки будут в работе. Пора это все перематывать на бобинки и начинать вышивать игрушки. И вернемся опять к кренику. Взяла тоже такие стандартные цвета. 32-й четверочка. У меня блендинг 32 есть, мне Галочка дарила. Решила взять еще четверки, вот такие вот серебряные, это цвет 01, тоже четверка и блендинг филамент. Так что у меня теперь тоже есть такие интересные коробочки. Интересно было посмотреть, что они разных цветов. Четверки фиолетовые, вот такой вот 16 зеленые коробочки, а у блендинга синие. Возможно, для вас это все и так понятно, а мне было в новинку.
интересно узнать такие вещи. Ну и теперь перейдем к самому вкусному, к наборчикам. Продолжаю я потихоньку собирать серию пряничных игрушечек от Dimensions. Появились у меня еще вот такие вот сани. По-моему, четвертый наборчик из этой серии, который у меня есть. Надеюсь, постепенно успею к Новому году собрать всю эту серию и вышить. Хотя в магазинах, я знаю, некоторых игрушек нету. Возможно, придется что-то вышивать по подборам из остатков. Две палеточки, вот такие вот интересные цвета. Ниток не так помногу, но и работа сама небольшая. И пластиковая канва в наборчике. Некоторые наборы я вам уже показывала, о некоторых говорила в своих планах. В первую очередь это вот такой вот набор Dimensions, калибри и фуксии, артикул 13139. Это дизайн 2006 года, размер 36 на 30 сантиметров. Это новая для меня техника. Печатный крест. Рассказывала я, что наборчик уже вскрытый. Здесь даже начинали немного вышивать. И хотя сейчас такой набор можно спокойно найти в продаже, когда я увидела объявление, решила, что стоит брать. Тем более цена была, наверное, в два раза дешевле, чем в магазинах он сейчас. Кроме того, не уверена, понравится мне, не понравится, получится ли вышивать. Может, я также попробую, как пробовала предыдущая хозяйка, вышью пару крестиков и не захочу дальше доделывать эту работу. Тогда хоть не так будет обидно разобрать набор на нитки. Запланирован у меня на этот год освоение новой техники. Можно летом, возможно весной. Посмотрим, как будет настроение. Но здесь красивые такие весенние цвета. Еще один набор. Также я говорила о нем в планах, но на тот момент он еще ко мне не приехал. Запланирован он у меня, ну, быстрее всего на лето. Это вот такой вот наборчик Экспресс Санты. Артикул данного набора 70 08 918, размер будущей работы 25,5 на 25,5 сантиметров. Это дизайн довольно еще новый, 2014 года. Канва 14 каунта, вот такого вот интересного цвета. Единственное, уже сейчас видно, что она отрезана как-то криво. Так что Dimensions, вернее китайцы, халтурят. Посмотрим, хватит ли мне ее. Но обычно Dimensions дает довольно большие такие запасы канвы. Так что надеюсь, что всего мне хватит. И на мое удивление, я думала, он будет легким, но здесь не так много полукреста, только снежок и елочки вдалеке вышиты полукрестом, а в основном остача идет крестом. И еще один новогодний сюжет. Подарок от супруга к Новому году. Выбирала я его сама, и последнее время меня потянуло именно на сант. К сожалению, далеко не всех, которые мне нравятся, сант сейчас можно купить. Часть у меня запланирована вышиваться подбором. Но этот наборчик пока был в продаже, я решила, что надо брать. Это вот такая вот ночная поездка Санты. Артикул данного набора 70 08 934, размер 35,5 на 28 сантиметров. В наборчике темно-синяя канва 18 каунта. Хотелось бы, конечно, к Новому году, но пока даже не ставлю его в планы. Такой набор, конечно, лучше вышивать летом, когда еще не так темно. Здесь две палеточки. Посмотрите, какое разнообразие цветов, какие яркие, какие интересные. Кроме того, здесь довольно много ниток идут на дополнительных пасмах, то есть довольно большой запас, где обозначено сереньким, это нитки, которые идут в дополнительных пасмах, так что там внутри еще довольно много ниток синих и красных. Прекрасный сюжет, надеюсь, к следующему Новому году, не к этому, а хотя бы к следующему, я его вышью. Это набор 15 года, думаю, он еще не скоро будет снят с продаж, но лучше запастись заранее и не волноваться, что он пропадет из магазинов. Ну а для того, чтобы мне было легче вышивать вечерами на темной основе, мелком каунте, супруг 8 марта сделал мне вот такой вот прекрасный подарок. Чудесная лампа крутится, поворачивается, наклоняется. Очень удобно. Пока осваиваю, привыкаю. Думаю, что в дальнейшем мне вышивать будет намного удобнее с такой чудесной помощницей. Дети больше всего довольны. Они говорят, что эта лампа похожа на лампу из мультиков.
Заботился супруг о моих глазках, так что даже и зимой можно будет вышивать сюжеты на мелкой темной канве. И еще один подарочек, который у меня появился благодаря моим родителям, это работа моего папы, вот такой вот комодик. Это комодик для ниточек мулине. Пока еще заполнен он у меня, конечно, не весь, так как запасы у меня не такие большие. Есть еще ниточки, которые необходимо перемотать. Как вы видите, здесь у меня не только мулине лежит, но пока лежит все сразу. В дальнейшем буду все укладывать по-другому. В одном ящичке разделений нету пополам. Здесь у меня лежат остатки от наборов Dimensions. Специально просила делать длинные, чтобы помещались длинные планшеточки. И верхний ящик, он полностью цельный. Здесь также пока не перемотанные ниточки. Рекламка. Собрала все визитки от различных фирм. Тоже еще не перемотанные ниточки. В общем, теперь надо запастись бобинками, а то у меня нету даже на что это все перематывать. И красиво укомплектовать свой комодик. И помещается как раз комодик в такую нишу здесь у нас в стенке. Не хочет уже фокус показывать. И немного есть сверху места, где я пока ставлю коробочки с процессами. Покупка, которую я показывала не так давно в своем видео. Бабочки от торговой марки «Вдохновение». Новиночка очень интересная, очень необычная. Это не все наборчики мои. Это наборы и для мамы, и для сестры, для тети на подарок. Кому интересно состав наборчика и какие получаются бабочки, есть у меня видео уже на канале. Они получаются намного красивее, намного ярче и интереснее, чем изображены на обложке. И хочу вам показать еще некоторые покупки с выставки Handmade Expo. Было у меня видео на канале с обзором данной выставки, и показывала я там часть своих приобретений, но это то, что у меня было на первый день. На выставку я же ходила два раза вместе с Галочкой Давидюки и с Мариной Прокопенко. Есть видео на канале Галочки именно с нашего посещения в начале марта. И хотя это покупки весны, но так как были они сделаны не так давно, давайте покажу вам в этом уже видео. Во-первых, это вот такая вот ниточка Юли, купленная на стенде Мильфлёр. Многие девочки сейчас вышивают этой ниточкой, решила взять, попробовать. Кроме того, купила я себе игольнички. Говорила я в своем видео с выставки, что хотела купить, но, к сожалению, так и не вернулась к этому стенду. Это стенд шелковая нить, если не ошибаюсь. Взяла три различных вида. Это такая обычная на ножках, такая вот шкатулочка. Красивый такой бочонок, обожаю структуру дерева. Но очень хорошо отшлифованный, хорошие качественные заготовки, мне очень нравится. И во второй день, когда мы пришли, я в принципе первым делом как раз побежала к этому стенду, чтобы не забыть купить себе эти игольнички. И еще одна игольничка, на этот раз вот такой вот подставочки. Верхушечка снимается, прикручивается. И в дальнейшем здесь необходимо либо приклеить, ну хотя в принципе она и так довольно туго держится. Долго стояла, выбирала, чтобы мне именно нравился рисунок. И посмотрите, какая здесь красивая структура дерева в чаше. Мне очень нравится. Не зря я там так долго стояла, их все перебирала. Красивая, хорошо отшлифованная. Обожаю такие вещи. Такая вот красота. И покажу вам еще наборчики. Опять же, не смогла я пройти мимо стенда Марички. Это набор для вышивки лентами. Вот такая вот милая девушка. Артикул NL3052, 25 на 33 сантиметра. Первый день как-то я растерялась и забыла, что я хотела. Здесь же уже было немного посвободнее, людей поменьше. И уже не надо было снимать видео, поэтому как-то можно было собраться с мыслями, вспомнить, что нравилось, что хотелось. На канале уже было видео у меня вышивки лентами. Это новая для меня техника, которую я пытаюсь освоить. Здесь будут немного другие стежки, которых не было у меня в предыдущей работе. Так что интересно будет попробовать. Так вот выглядит наборчик сзади. Видна печать. Посмотрите, как хорошо пропечатано все. Какое милое личико у девочки. Хочу вышить эту работу в школу, чтобы украсить наш кабинет. В принципе, вышивать лентами довольно быстро. И
К сожалению, это такие работы, которые не будут лежать, как вышивка крестом, их в рулончик не смотаешь, поэтому прежде чем купить такую работу, задумываюсь, куда ее деть, так как дома стен не хватает. Все-таки вышивать и пробовать хочется эту технику. Еще не знаю, когда буду вышивать, возможно, к 1 сентября. Уже приблизительно знаю даже, какую рамочку хочу к этой работе. Обязательно буду вам показывать, делиться своими впечатлениями. Также здесь написано сразу состав набора. Ткань с нанесенным рисунком, габардин, бисер, прециоса, нитки мулине, ленты атласные, игла для вышивания лентами, игла для вышивания бисером и инструкции. Но, насколько я знаю, здесь должны быть еще и бусины. Посмотрим, обязательно посмотрим вами состав этого набора. Насколько видно из титульной странички, работа предстоит интересная. Здесь есть как вышивка нитками на сорочке, так вышивка лентами и бусы. Что думаю, работа будет красивая и интересная. Еще два наборчика Dimensions. Как вы видите, оба они американской комплектации. Это довольно раритетные наборы. Девочки также рассказывали в своих видео, что был на выставке стенд, где хозяйка распродавала наборы из своей личной коллекции. В первый день я также подходила, но как-то ничего меня так не зацепило, чтобы прям купить. Ну а во второй день, когда мы подошли к этому стенду, как раз девочка доставала 3 набора Gold коллекции. И когда я увидела эти 2, я просто в них вцепилась, обняла, прижала к себе. Девочки так смеялись, говорят, теперь вы попробуйте у нее их забрать. Конечно же, я не смогла пройти мимо, тем более цена была просто потрясающая. И упустить такую возможность я не могла. Давайте вам покажу дизайны. Прекрасный, красивый дизайн. Просто чудесное небо. Посмотрите, какая красота. Очень рада, что мне попался этот набор. Вы сейчас видите название данного наборчика. Зимние гуляния, если не ошибаюсь. Артикул 35208, дизайн 2007 года. Вышивается он на AIDI18 аккаунта, белый цвет. Ниточки, соответственно, не разобраны. Американская комплектация. И еще один набор. Это такая моя хочушка, которую я хотела очень сильно. Такой вот прекрасный дизайн. Зимние воспоминания. Артикул данного набора 35155. Насколько я знаю, этот набор также снят с производства. Размер 41x30 сантиметров. Это у нас дизайн 2005 года и вышивается он на белой AIDI 14 аккаунта. Ниточки также не разобраны, наборчик вскрытый, но там все на месте. Насколько я понимаю, вынималась только схема. Я также ее сразу вытащила, посмотрела. Немного я растерялась, что на самой схеме не было количества пасм указано для разбора. Я даже начала искать уже фотографии китайской комплектации данного наборчика, чтобы посмотреть пасму. И все-таки решила достать все, что было в наборе. Оказывается, там есть органайзеры с цветной печатью, и на них написано, сколько необходимо пасм. Так что, думаю, разбор будет легким, не запутаюсь. Я хотела вышивать этот набор подбором. Когда я показала мужу эту покупку, это, кстати, был подарок к 8 марта также от мужа. Когда я мужу показала эти наборы, он сразу узнал этих птичек, так как я ему уже давала печатать схемы тех дизайнов, которые мне нравятся, которые я хочу вышивать подбором. То есть даже супруг вспомнил, что этот дизайн мне нравится и что я его хочу вышивать. Кроме того, ниточек здесь немало, и подбором я бы еще не скоро его начала вышивать. Я пока не знаю, вносить ли его планы на этот год, так как у меня были запланированы другие дизайны. Возможно, все-таки буду вышивать то, что было в планах, а этот набор оставлю на следующий год. Ну вот, пожалуй, и все. Поделилась я с вами всей той красотой, которая появилась у меня за зиму 2017-2018 года. Хочу еще раз сказать огромное спасибо всем девочкам за ваши прекрасные подарочки. Всегда очень приятно ваше внимание. Спасибо вам огромное за то тепло, которое вы мне дарите. Это очень для меня много значит. И также большое спасибо вам
за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Надеюсь, я ничего не забыла. Ну, в крайнем случае, даже если что-то и забыла вам показать, покажу в следующий раз. Но я благодарю вас за внимание. Я же с вами не прощаюсь. До новых встреч!